Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Kinder & Company, и у нас сегодня будет на обзоре вот такая вот крутая тачка. Ну, правда ведь? Смотри, вполне себе красивый, себе такой Mitsubishi Pajero, на таком Джеки Чан катался в очень старом фильме «Доспехи Бога». Ну, что-то типа того, короче, короткий вариант джипика. Но нет, несмотря на то, что эта моделька выглядит вполне себе как машинка, это у нас, ребятки, та-дам! Это у нас трансформер будет, и он довольно оригинально складывается и раскладывается. Скажем так, не скажу, что очень легко и просто, но сейчас вы это дело все увидите. И у него тут, смотрите, даже вот такая вот пимпочка торчит. Это, походу, наверное, он крепился на какой-то подставке. Я даже не знаю, честно говоря, ребятки, что это. Может, у кого-то был такой вот набор с коробкой, то вы, может, подскажете мне, что вот это за пимпочка. То есть, ну, она ниже, чем колеса, то есть это должна быть какая-то подставка, вот, которая держала бы нашу машинку вот так. Так, теперь давайте будем пробовать его разбирать. Разбирается он очень интересным способом. Смотрите, у нас даже вот тут задняя дверь, смотрите, как открывается, ну, колесо у нас снимается, оно съемное. Вот так. Так. Интересно, его куда-то можно будет прицепить потом? О, а тут кнопка, смотрите. Я даже не знал, а что это такое? Это что, его оружие такое? Смотрите, ха-ха, я только что об этом узнал, ребятки. Вот забавно. Давайте сейчас, это булава, что ли? Ну, давайте будем пробовать его трансформировать. И посмотрим, куда это можно втыкнуть. В руку, наверное. Сейчас узнаем. Так. Ну, давайте. Давайте будем что-то начинать. Так, двери. Ну, вообще, смотрите, крутая машина у нас получается. Вот когда, если так вот открыть двери, то вот руки, вот это руки, они выглядят как сиденье, смотрите. Очень хорошая моделька. Здесь даже резиновые колеса, да, они не пластмассовые, ребятки, видите, даже при желании, наверное, можно их как-то снять. Ну вот, слышите. Вот так. Так. Но это еще не все, ребятки. У нас... Та-дам! Смотрите, у нас вот так вот открывается еще. Во, вообще шикарно. У моделек нету такой, короче, открываемости, как у нашей машины. Так. Вот. Ребятки, у нас, короче, пороги снимаются. Что-то не мешает. Чего типа не хватает? Во. Вот теперь мы можем как-то тут освободить руки. Во. Вот так. Проворачиваем наши руки. Давайте. Давай, вылази. Во! Вот так вот у нас уже как бы стало проще. И теперь, наверное, как-то уже наши ноги должны открыться. Так, дверь у нас тоже, кстати, она снимается. Вот. Дверь тоже мы сняли. Во! Смотрите, у нас прям такое багажное отделение появилось. Так, его наконец-то. Наконец-то открылись ноги. Во! Это было непросто. Так, у нас тут еще вот какие-то есть регуляторы, вот смотрите. Вот эти вот штуки, то есть как-то они на что-то влияют. Какие-то на коленях фиксаторы какие-то, что ли. Так. Это еще не все. Так, ну вот эту вот штуку я, по-моему, так всегда тоже проворачивал. Не знаю зачем. Вот, по-моему, я вот так вот делал. Так, ну вот у нас тут ступня, они не двигаются. Я думал, что вот это уж у нас будет сгибаться. Вот, то есть, вот так. В сторону. Так, и у нас еще руки двигаются куда-нибудь. Так. Но вот эта штука, она сама тоже как-то вот, вы смотрите. Видите, она вот может нагибаться вверх. Но ее нельзя никак разложить, как-то откинуть назад. Я очень долго тут что-то пытался, думал, но так и не понял, как это может быть сделано. Там какие-то вроде бы и рельсики есть, и еще что-то есть, но вроде нет. То есть как бы вот эта часть вроде никуда не отбрасывается. И того у нас получается вот такой вот робот. Вот с такими вот широкими руками. Вот эта вот штука сзади, крути ее как хочешь. Да.
Ну и вот так вот у меня ноги вращаются. Ноги вращаются вот так и еще сгибаются в коленях. Так, и еще непонятно для чего вот эти вот штуки. На что они могут повлиять, не знаю. Так. Так, дверь. Так. Блин, это может она как щит используется? Точно, ребята, во! У него вот, смотрите. Вот оно что, это щит, ха! А вот булава. Щит и булава, ребята. Во, вот это уже другое дело. В общем-то, вот так вот, ребятки, выглядит наш супер-пупер мега-трансформер. Короче, очень неожиданная трансформация, да? То есть руки у него вращаются и вот так. Так, ну, в общем, вот такой вот у нас парень. Я вот сколько еще за кадром только что попытался. Вот то есть, эта часть вот так вот как-то... Вот она нагибается, я не знаю, она роль амортизатора, что ли, выполняет в виде машины. Но никак, вот эти боковые части не снимаются, бампер не снимается. Как бы, то есть, никакого способа откинуть эту вот часть машины переднюю назад я не нашел. То есть, ну, я думаю, все-таки я все попробовал. Ну, хотя вот голова вращается, по-моему, я как-то пробовал, да. Но это как-то очень нелогично, правда, ведь что... голова вот здесь, она может вращаться, но вы не можете вот эту часть. Обычно на таких вот моделях эта голова откидывается назад. Вот эта вот передняя часть автомобиля как-то там откидывается назад, и вроде как все. Но в нашем случае вроде нет. Так, ну у нас есть вот щит, есть вот булава такая вот прикольная, как большой леденец на палочке. Так, ну вот эти вот пороги, они вроде никуда не цепляются. Вроде как нет. Так, ну давайте начнем обратную трансформацию, ребята. Так, снимем. Это снимем. Это прикольная штука вообще. Как сюрприз для меня получилось. Нежданно, негаданно. Так. Давайте. Руки. Руки, ноги. Так. Так, вот возвращаем кабину. Вот капот тоже как бы вот он просто вот так выше он не поднимается. Вот все. Ну там видно только дырку для головы. То есть не знаю зачем, но тут защелкивается все очень четко. Так, теперь вот так вот, наверное, руки тут надо подумать, как будет поудобнее. Да, вот. Руки, рука одна зашла. Теперь давайте. Вот в таком вот положении. Рука вторая зашла. Так. Вот открываем вот эту штуку. Так. Так. Ну, чтобы сюда залезть, нужно типа приподнять крышу. Во. Вот так. С обратной стороны. Ну, можно просто протолкнуть, конечно, но проще приподнять крышу. Так, так. Так, все, соединяем между собой, вроде бы соединилось. Так, вот эти вот штуки, что они должны делать, не знаю. Так, ладно, так, все, двери можно закрыть, да? Да, двери закрылись. Так. Теперь вот эти штуки ставим, боковые стекла. Там вот видите, есть специальные дырочки. Вот. Вот, четко. Четенько она захлопывается. И вот у нас тут остаются вот такие пороги. Пороги. И с этими порогами у нас дверь не закрывается. Закрывается. А, вот, это типа бампер задний так делается. Вот оно для чего надо было. Это чисто для бампера. Ух ты, интересно. Интересно, интересно. Я даже не обратил внимания изначально на это. Вот. Ставились двери. Да, это бампер, ребятки. Круто. Крутой трансформер. Он мне нравится все больше и больше. Так, вставляем колесо заднее. И осталось только пороги прицепить. Так.
все. Все состыковалось. Вообще шикарно. Смотрите, какая прекрасная машинка. Очень хороший трансформер, мне он понравился. Есть у меня еще большой Roadbot, короче, он высотой сантиметров 50, наверное. Это уже, думаю, на следующей неделе или через недельку я смогу сделать. Но этот трансформер мне очень понравился. Необычная трансформация, очень шикарно выглядящая машинка. Да, даже вот если открыть двери, похоже на то, что это какие-то там сиденья. Сиденья. И вообще прикольно. Что открывается, даже вот типа багажник есть. В общем-то, реализация очень хорошая, ребятки. Так что, у кого есть идеи по поводу передней части, или у кого была трансформер этот с инструкцией, посмотрите там, да, скажите в комментариях, открывалась ли как-то эта голова, ну, передняя часть, ну, я сомневаюсь, что она как-то менялась. На этом, ребятки, я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч, всем пока!